Каждая семья хранит свою историю. И в истории каждой семьи отражается судьба всей страны. Сохранить память о героях Великой Отечественной войны и передать ее будущим поколениям – задача проекта «Благодарю». Невыдуманные жизни, небезымянные герои, благодарность за подвиг. Семен Григорьевич Сушко был призван на фронт в 1942 году в возрасте 38 лет. Воевал на Днепре, на Донбассе, под Гомелем, прошел всю войну. В 1945 году вернулся домой, в поселок Еменец Краснопартизанского района Саратовской области. Умер в возрасте 80 лет. Дмитрий Степанович Балашов на фронт попал добровольцем в 16 лет, закончив 7 классов школы и пройдя курс молодого бойца в Вольске. В 1944 году получил 3 ранения, вернулся домой в село Красновка Пугачевского района Саратовской области. Там работал трактористом. Боевые ранения дали о себе знать. Он умер в возрасте 58 лет. Прасковья Ивановна Куликова в возрасте 15 лет поступила на работу на Сталинградский тракторный завод имени Дзержинского. В декабре 1942 была эвакуирована на родину в Саратовскую область, а в мае 1943 вернулась обратно на завод. Непрерывный стаж работы на заводе 31 год, с 1939 по 70-й. Николай Петрович Иванов на фронт был призван из города Аркадак в 1943 году в возрасте 17 лет. Получил ранение и вернулся на фронт в 1944. Прошел всю войну. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью за отвагу, медалью за победу над Германией и многими другими. Умер в возрасте 74 лет. Проект «Благодарю» рассказывает о героях, память о которых хранят в каждой семье. Назидание живущим в благодарность за подвиг.